Надо ли сделать ресницы до свадьбы, через 20 дней или впервые сделать за пару дней до свадьбы? Спасибо. Только не за пару дней до свадьбы. Ни в коем случае не делайте за пару дней до свадьбы. Я периодически делаю себе ресницы, скажу вам по секретику. Я пришла чуть раньше, и мастер в этот момент была занята другой девочкой. И тут девочка встает, она открывает глаза, и у нее просто, знаете, вот у нее вот это вот яблочко, оно настолько все красное, вот все просто, знаешь, знаете, залито как будто бы кровью. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Глаза настолько краснющие, я думаю, бог ты мой. Я мастеру говорю, слушайте, там все ли в порядке, что-то у нее такие глаза красные. Она говорит, да, вот вы знаете, вот у меня вот так вот глаза реагируют. То есть я там первые там, 4-5 дней хожу вот с такими глазами, а потом вот только через 4-5 дней я становлюсь красоткой и хожу с нормальными ресницами. Понимаете, да, к чему я клоню? К тому, что вы не знаете, как у вас реагируют глаза. И причем может быть такое, что обычно вы там делали, у вас все было нормально, а в этот день, ну, мало или попадет там клей, там, или попадет еще что-то, какая-то жидкость попадет вам на радужку глаза, и, ну, не дай бог, у вас вот будут вот такие глаза в день свадьбы, вы просто проклянете все на свете. Поэтому ни в коем случае, категорически нет, за 2 дня до свадьбы нельзя наращивать ресницы, ни в коем случае. Вообще, если быть до конца честной, то стилисты, конечно, в принципе, не очень-то рекомендуют наращивать ресницы до свадьбы, потому что они обычно пучками все-таки приклеивают ресницы и делают тот объем, который им нужен. Когда это нарощенные ресницы, то... Ну, им немножко сложнее работать с ресницами. Посмотрите, в стильном батле мы как раз-таки прям активно обсуждаем эту тему с девочками-стилистами, и они дают прям разъяснение в выпуске про Мадину Кузаеву как раз-таки. У нее были нарощенные реснички, мы про это говорили, и в выпуске про роскошную невесту мы тоже обсуждали нарощенные реснички, обязательно посмотрите. Там прям вот очень здорово стилисты обсуждают, объясняют это. Поэтому, если хочется нарастить ресницы до свадьбы, если прям вот... Потому что многие невесты говорят, ну понятно все, что там стилисты против, но вот мы после свадьбы планируем улететь в свадебное путешествие, поэтому мне хочется быть красоткой в свадебном путешествии, мы улетаем там сразу через 2 дня после свадьбы. Да, если прям очень хочется, то за неделю, за полторы недели до свадьбы нарастите, чтобы глаза, если не дай бог что-то, смогли прийти в себя после наращивания, чтобы вы в день свадьбы действительно были красавицей, чтобы вас не беспокоило то, что у вас там все глаза красные.